Вас приветствует магазин Папироска РФ, и вы смотрите видеоинструкцию к зарядному устройству от компании Nightcore под названием Digi Charger D4. Поставляется устройство в вот такой коробке, на ней очень много подробной информации. Здесь располагается изображение устройства, название, также поддерживаемые аккумуляторы. Ну а сзади располагается спецификация устройства. Помимо самого зарядного устройства в комплект входит провод под евророзетку. Также в комплект входит адаптер для прикуривателя, гарантийная карточка и вот такая подробнейшая инструкция. Выглядит зарядное устройство вот таким вот образом. Здесь у нас располагается экран, на котором изображается информация. Также здесь имеются 4 салазки, которые имеют довольно-таки упругий и приятный ход. Сверху располагается порт для зарядки от розетки, а также порт для зарядки от прикуривателя. Сбоку располагаются 2 клавиши SWOT и MOD, а их предназначение расскажу чуть попозже. Габариты устройства составляют 143 мм в высоту, 99 мм в ширину и 36 мм в толщину. Вес устройства составляет 220 грамм. Имеется возможность установки до 4 аккумуляторов. Данное зарядное устройство автоматически определяет тип аккумулятора, будь то литиево-ионный, либо никелеметалгидридовый, либо же никелекадмиевый. Устройство поддерживает батарейки формата 26650, 22650, 18650, 18490, 18390, 17670, 17500, 14500, 10440, 16340, а также батарейки формата АА, 3А, 4А и С. Зарядное устройство автоматически определяет состояние аккумуляторов и подбирает для них соответствующий режим зарядки. Также в данном устройстве установлена автоматическая установка зарядки при полностью заряженном аккумуляторе. Ну и напоследок в данном зарядном устройстве имеется защита от переполюсовки. Давайте установим батареечку и посмотрим, что же произойдет. Ячейки начинают заполняться, зарядное устройство анализирует батарейку. Видим, что у нас появилась надпись «Литий-ион». Теперь зарядное устройство выбирает соответствующий режим работы. При установке второй батарейки происходит точно такой же процесс. Как мы видим, изменение технической информации происходит в автоматическом режиме. Здесь у нас отображается время заряда, ток заряда, а также текущее напряжение. Также эти параметры мы можем менять, используя кнопку «Мод». Используя верхнюю кнопку под названием «Слот», мы можем переключаться между выбранными батарейками. Также, зажав данную кнопку, мы можем отключить подсветку экрана. Выходной ток при установке до 2 аккумуляторов составляет 750 мА на каждый аккумулятор. Выходной ток при установленных от 2 до 4 батареек составляет до 375 мА на каждую батарейку. По итогу мы имеем зарядное устройство, способное работать в автоматическом режиме и подстраиваться под нужный тип аккумулятора. Ну а если у вас остались какие-либо вопросы, смело задавайте их в комментарии на YouTube. Также не забывайте подписываться на канал и оценивать видео. Ну а на этом я прощаюсь с вами и желаю вкусного и густого пара.